Дмитрий Майдаков, Виктория Красный угол, Александр Яковенко, Виктория Синий угол. Приготовится последний паре боксеров Иван Самойлюк, Вулкан, Ярослав Тележенко, Умань. Отдыхает Дмитрий Майдаков. Он 2000 года рождения, имеет первый юношеский разряд. Представляет город Черкассы, КДЮ США, Виктория. Боксом занимается 4 года, провел 52 боя, в 48 одержал победу. Является финалистом турнира сильнейших боксеров Украины. Тренируется под руководством мастера спорта Александра Чискун. Короче, браво, ну, Влад, у ватутинского тренера возьми вода, есть дистиллированная, то, чтобы купил. Секунда. Не работает. Уйдет.
Бокс! Стоп! В синем углу ринга отдыхает Александр Яковенко. 98-го года рождения, представляет город Черкассы, КДЮ США «Виктория». Боксом занимается один год. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Зуфара Мехтаба. Ну тут, еще! Слева, брат.